Мягко понимаете, говоря, повезло. Летят утки. Летят утки. И два гуся. Су-100, а у нас Су-100, УАЗ, другой край, Вилли, да. Сейчас загрузится, посмотрим. Все уже разошлись. Можно, зажав правую кнопку мыши, двигать вот так вот. Двигать можно. Как-то не очень. А переключиться нельзя на других. Почему-то. А почему нельзя, неизвестно. А так бы было хорошо. Смотрю, как другие мучились. А это только после смерти, наверное, можно как-то сюда, в чём-то. Ай, заметили. Ой-ой-ой! Ой-ой! Ну? Сядь! Во! Нет. Еще и стреляют по нас, Абрамович Панасюк. Сядь. Бух, влепили. -431. А нам не влепили. Камушек помешал у нас влепить. А теперь рикошет или типа того. О, еще один рикошет. Ой, оттуда стреляют. Ой, а вот это уже некрасиво они поступают с нами. Как можно так? Прилично так. Не попали. Мы не попали. Не зачем так радоваться. Не попали, и ладно. Потом как-нибудь попадем. Там домик помешал, наверное. Бумс. Попали. Вслепую. Не то чтобы вслепую попали, но попали. По ранее замеченному противнику, понимаете? Понимаешь. Ура! Мы ломим. Гнутся шведы. 3-4. Наших трое. А тех четверо. О! За трое на трое. А где они? Ой! Бумс. Неужели промазали?
Ну, какой нехороший выйдет. Плохой, плохой танк. Обижает. Ну, оставься, оставился. 860 уже. Это мы сбили очков 860. Жизнь у них, а у нас 380 отбили. Почки два раза. Ой, заметили. Ой, ой, нам больно будет сейчас. Больно. Трое после, против двух. Я не в счет, так что двое на двое. Ой, он какой нехороший. О, 446. Его отбили. Он у нас тоже 220. Визир. Такой маленький, а такой вредный. Он не такой же маленький. Шестой этот какого? Шестой? Ну ладно. Шестой вроде бы у него этот какого? Ну этот. Шестой левел. А у нас какой? У нас тоже шестой. Вот. Так как у нас золотой танк, самоходная установка, самоходная артиллерийская установка, противотанковая. Да. Золотая. Поэтому у нас столько денежек начисляют. Столько прямо денежек. Денежки, где у нас? Вот у нас. Ну, денежки. Выполнение боекомплекта. Ужас. Ужас какой. Мы бы банкротами были. Если бы. Если бы. Если бы она не была живой. Золотой. На шорн. На шорн какой-то. Вот этот у нас стрелял. Прямо вплотную практически. Шестого уровня. Трое. Матильда наоборот. Пятого. Этому повредили, этому повредили, этому гусеницу. Совсем повредили. И мы нехорошие. Ой. Ладно. Что тут у нас? Хелькат. Хелькат. Этого джентльмена мы пригласили в свой клан. Верус означает, как ни странно, великорос. Россия. Великая, малая и белая. Великороссия, Малороссия и Белороссия. Так. Интересно, что можно сохраненные просматривать. И... Например,
Приглашение отправлено. Можно просматривать повторы и приглашать в клан, например. Это приглашение отклонено. Нет, он и так в клане. Так что мы не могли ему послать ничего. Он нас мог послать, а мы ему... А это тоже в клане. Это в клане. А не был в клане. Вступил в какой-то клан. Клан, клан. На такой же штучке ездит, как и мы. Только мы 2057 очков жизни у людей отняли. А он сколько? 850. И дали ему как следует пострелять из зверки. Ну ладно. Так. Дальше посмотрим реплей. Посмотрим реплей. Дальше. Да. Еще раз нам недавно несказанно повезло на мародёре. Мародёрствовали. Чуть-чуть. Карта под названием «Эшелон». А танк под названием «Мародер». Мы его по акции заработали. А самоходку... Ой, ой. Самоходку мы тоже... А, мы ее вынули из... сундучка. Самоходку. 100. Лайк. Су. Су, 100 лайк. Су, 100 лайк. Су, 100 лайк. Икс, лайк. Это лайк. Это мародер. Такой мародерище. Он липученький, но вредный. Такой. Такой правило, но широкий. Но правило. Засветили изверги. О, немецкая самоходная артиллерийская установка. Тру-ту-ту-ту. Это небось Т-34, так метко нас стреляет. Нехороший. Да, Т-34. Вот он там. Красненький, зеленый. Бум. И нет. Т-34. А жаль. Мог бы еще. Воевать и воевать. Ай, немец там. Ой-ой. Опс, нет немца. Ну как мы в уголочке сидим и вредничаем потихонечку. Бомс мимо. То есть не мимо, но
Hotel. Очень хорошо. Хорошо. Около письма. Оп. Достали мы ее. 165 выбили. Так. Оп. Совсем выбили. 92. Мигранты. Это два. Ее каждый может окружить, убить. Так опасно на ней. Ужас. Броня у нее шикарная. Вот и два. Упс, как-то они поторопились без меня. Кого-то убили. 156 выбили. Кис. КВ-1, наверное. Клим Ворошилов. Один. Один. На этом кого убьем? Т-20. Посмотрим, что там было. Без нас убивают. Врезались в вагончик. Так могли в попу ему выстрелить. Но не нужно зашадничать. Шадничать не нужно. Больше опыта за бой, чем средний максимальный опыт за неделю у 80% игроков на данной технике. Мародер. Вышел. Тик. Вот у этого. А у этого уровень 5. Но не золотой, а голубой какой-то. Или цвет морского. Ну, это коллекционный. Отличается от золотого. Премиум танка. Это коллекционный. Одни золотые, другие. Цвета морские, морского, ну, бирюзовые. Одни золотые, другие бирюзовые. Да. А это на что? Воин уничтожил наибольшее количество машин противника, но не менее 4. Вот оно, не менее 4. И все равно мы больше очков жизни. Из КВ-1. О, КВ-1. Коварный КВ-1. Клим Ворошилов, как мы и предполагали. Та-та-та-та-та-та. Клим. Так. Повезло. Чисто повезло.
11 попаданий, 8 пролитий. Повреждено 5, уничтожено 4 из 7. Та-та-та-та. Та-та-та-та. Вы уже оценили поведение игрока? Что-то все эти оценки, кому это надо? Ладно. С никудышными оценками кучкуют игроков вместе. Якобы. А с хорошими тоже подбирают противников таких же. А может не противников, а одногруппников, союзников. Ладно. Бывает, конечно, лучше. Обратите внимание, что там обратите внимание. Что там что-то страшное. Реплеи будут удалены для обновления игры. Вот так вот. Вот вам не здесь. Новенький такой ангарчик. Открытым небом. Ангаристый ангарчик. А там Т-34 стоит. Все тешно. А мы, наверное, все-таки Т-20 сделали. Не посмотрели. Ну ладно. А, это как его. Огнемет у нас здесь стоит. Зачем-то. Такой мародерчик. С шипами. Симпатичный такой. О, шипы у него. Зачем-то. И огнемет похожий на огнетушитель. Такая вот всякая. А там вдалеке танк едет. Едет. Ну, куда же приехать? Караван. Ой, сколько их машинок всяких. Танки, все танки. Жуть. Ну ладно. На этой оптимистической базе. Два года. С везением исключительно. Нас можно было легко угробить в начале боя и того, и другого. Но нам повезло. И мы даже умудрились дожить до победы.
хотел быть первым в списке победителей. Как повезло. Не то, что мы выбрали удачную позицию, а то, что удачно, что на эту позицию не приехали враги и не разобрались с нами. Привет, кухонка. Вот, скоро будут кашкой кормить, гречневой. Да-да-да. Ну чё смотришь? Чё смотришь? Не на кнопку. Не на кнопку. На кнопку, говорю, жми. Жми на кнопку подписаться. Подписаться. Лайкни. Говорю. Лайкни, говорю. Лайкни. Лайкни. Не надо. Я пошутил. Не надо не подписываться, не лайкать. Никому это не надо. От этого ни горячо, ни холодно. Ни каналу, ни мне. Никому. Тем более, что если вы всякую муть будете лайкать и подписываться, то вам такую же муть, аналогичную, будут предлагать. Так что лайкайте с умом. То, что действительно нравится, то и лайкайте. А то такую гадость вам подберут. Ой, это что-то с чем-то. Всем привет. Сходите. Ганилум. Ганилум. По-нашему, по-латинянски. Ганилум. Вот и все. К играм, и тем более к уму, никакого отношения наш канал не имеет. Мы не фанаты игр. Мы не любители, а просто играем, и все. Вынуждены. Мучаемся, по большому счету. Что делать-то еще? Почему ничего делать? Ладно. 30 минут. Все, пока.